Суета-сует, сказал Экклесиаст. Если весь мир приобретешь, а душе своей навредишь, какая польза будет от этого? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и да крестится каждый из вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Исправьте путь Господу, сделайте прямым пути свои. Бросайте все ваши страсти и грехи, ибо в этом тьма и погибель. Ходите в храм Божий, исповедуйтесь. Уверуйте в Иисуса Христа, ибо Он уже приходил благовествовать нищим, исцелять прокаженных, даровать покаяние нам, грешным. Уверуйте в Иисуса Христа и спасетесь вы и весь дом ваш. Скоро по второму пришествию Он придя, будет судить весь народ человеческий по всем делам нашим. Кто голодного накормил, кто больным ходил, кто слово Его соблюдал, тот пойдет с Ним и останется в жизни вечной со Христом. А кто глаз слышащий сейчас не исправил пути свои и остался в грехах своих, тому скажет Он: не знаю тебя, изыди вон. Поэтому исправьте все свои пути, уверуйте в Иисуса Христа, ибо истинно времени осталось мало. Посмотрите, все суета и томление духа, все во грехах выросло, и никакой пользы нету души человеческой. Посему покайтесь и уверуйте в Сына Божия Иисуса Христа, и спасетесь вы и весь дом ваш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе!